Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Нидкор Шоу, и мы сейчас слышим эту музыку, а значит мы будем играть в Total Tank Simulator. Игра с офигительным саундтреком, ну и в принципе с интересной механикой, танки, самолеты, все такое. Давайте же попробуем пройти кампанию за советские войска. Первый уровень мы затащили, второй мы затащить не смогли, поэтому сейчас будем думать, как же это сделать. У нас здесь самолеты, если не ошибаюсь. Так, подождите. Ха, нормал? Нам нужен нормал. Так. Отлично, музыка нас продолжает поддерживать. Выставляем катюши. Давайте, две катюши вот с этих сторон. Потом нам нужны самолеты. Нам нужны... не, не самолет. На самом деле мы поставим противовоздушку. Где-нибудь вот здесь. Вот здесь. И три вот таких вот штуки. Вот так, противовоздушка здесь не пройдет. Теперь нам надо ее оборонять войсками. Для этого мы поставим... Так, во-первых, мы выставим артиллерию. Ух, какие рифы просто. Так, и у нас остается еще на самом деле дофига денег, поэтому мы... Мы можем на самом деле поставить яки, чтобы они бомбили... чтобы они... Ага. Вот, давайте здесь выставим. Яки, чтобы они бомбардировщиков их подбивали, чтобы в воздухе у нас война вообще нереальная развернулась. И... ну, в принципе, денег хватает, давай, да хватает. Хватает денег у нас, поэтому мы сможем начальника поставить вот так вот. 400. И поставим еще... на 400, что нам будет лучше? Давайте медиум танк впереди пойдет и легкий танк. Давайте посмотрим, что из этого получится. Мы красненькие. Slow-mo F, show health. Так. Самолеты полетели. Так, артиллерия у них уже просаживает, наша артиллерия еще спит. Наши артиллеристы не проснулись. Ну, понятное дело, советские войска. Нифига у них противовоздушка работает. Так, а у них, кстати, наземные... подожди, у них наземных войск-то нет совсем. У них есть куча мин. И много аэропортов. Я понял, здесь нам нужен... Все, я примерно понял, что надо делать. Танки у нас здесь уже прогорели. Аэропорт у нас там взорвали. Все у нас там взорвали. Катюши начинают работать теперь. Катюши у нас пока в полной безопасности. Противовоздушные траки что-то нифига не делают, они просто катаются здесь. Война идет не на жизнь, а на смерть, на самом деле. Так, катюши у нас идут на перезарядку. Тоже катюши вроде еще целые. Так, ты кто? Ну давай, ты же противовоздушная хрень, давай стреляй. Ты сможешь. Вот. Бью. Это неэффективно. Катюша перезаряжается. Главное, чтобы они бомбанули сейчас. Все, хорошо, не бомбанули. Катюша у нас продолжает просаживать по артиллерии. Артиллерию мы, по-моему, сняли, потому что она стреляет. Еще смотрите как. Еще здесь три арты есть. Три арты, и все аэродромы у нас целы в несохранности. Но у нас есть, по-моему, просаживать. Бой в воздухе, на самом деле, здесь идет плотно очень. Так, все. Катюша у нас закончилась. Ладно, понятно, это у нас на самом деле проигрыш. Но принцип я понял. Так, значит, что у нас? Дай мне посмотреть, подожди. У нас здесь три аэродрома каких-то и два аэродрома других. Ну все хорошо, сейчас затащим. Мы сейчас пока прицелились, пощупали их. Так, вообще полный сброс, потому что эта тактика не катит. Значит, нам в любом случае нужны катюши для того, чтобы работать по их артиллерии. Мы ставим раз. Давайте, наверное, сделаем... Блин, там артиллерия будет работать. Поэтому мы ставим их раз. Два. Три. Так вот, нет, три. Вот так. Все, аккуратненько поставили, вообще чётенько, на одной линии, ровно по центру, по краям, три катюши. Они работают по артиллерии. Дальше.
Нам нужны, собственно, яки. Яки у нас будут отвлекать. Яки, каяки у нас будут отвлекать. Вот так вот. Ага, нет. Вот так вот, посерединке. Отлично, два аэропорта есть с яками. Все, они берут нас огонь на себя. Теперь. По артиллерии работаем. Работаем на отвлекающий маневр в небе. И теперь мы выставляем просто... Просто много... Подожди. Вот этих вот ребят. И оп. Тихо. Не так много. Не кипишуй. Вот так. И поставим на остатки еще ганмашинки. Раз, два, три, четыре. Все, хорошо. Давайте попробуем такой тактикой. Чисто все против воздуха. Ну и Катюша у нас для обстрела арты. Я надеюсь, арта у нас не будет стрелять. Ни по кому на это не попадает. Так, все, яки у нас полетели в бой. Ага, арта у нас... Блин, арта у нас обстреливает. Смотрите, какие воздушки. Они все-таки достают. Так, бойня в воздухе, смотрите. Противовоздушки вообще нормально сдерживают самолеты. Нормально. Хорошо. Так, Катюша работает. Две Катюши уже работают. Третья где-то затерялась в лесах, но она едет. Хорошо, она едет в деревню. Так, минус артиллерия здесь. Молодцы, красавчики. Так, минус одна Катюша. И еще. У нас, по-моему, минус две Катюши. Это очень плохо. Так, одна Катюша выжила. Они там неплохо огнем отработали. Но они прогорели, не очень хорошо. А что у нас? Что у нас противовоздушка-то здесь молчит? Алло, подбивайте самолеты. Блин, бомбят нас вообще. Бомбят ужасно. Так, Катюша там едет на перезарядку. Что у нас по наземным войскам остается? О, наши пошли в атаку, вы смотрите. У них здесь... О, наши аэропорты уже захватывают. Нифига себе. Вот это да. Вот это хорошо. Так, отлично. Один захвачен. Два захвачено. Все, артиллерии нет. У них осталось три аэропорта. Да, мы сейчас затащим, ребят. Ну и вообще красавцы. Вы смотрите, идеальная тактика. Так, здесь просто осталось несколько целых противовоздушек, но они справляются очень хорошо. Катюша не достойна, чтобы добивать оставшуюся посадочную площадку. Пока самолеты сверху ее прикрывают, никто не может ее бомбардировать. Потому что, смотрите, со всех сторон наши самолеты, они окружили здесь все. Они реально уже сразу ступают, даже все взлетают. Так, пошла просадка. Ага. Блин, ну попади. Вот артиллерия, вон еще артиллерия. Тут. Все, минус одна арта. Давай, ты будешь сюда приезжать? Так, пошла просадка по аэропорту. Давай. Хорошо. Попадаешь. Молодец. Хорош наводчик, просто хорош. Отлично. Так, остался один аэропорт и одна артиллерия. Ну все. Все, это катка наша. Это четко. У нас здесь все не тронуто. Командующий, поздравляю вас, мы затащили. Отлично, просто вообще, причем с минимальными потерями. Фу, ну это хорошо, блин, не, на самом деле вот эти тактики выстраивать, это прям очень круто. Так, уровень 3. К сожалению, да, нам опять не посмотреть, кто против нас будет, но давайте мы сделаем прикидку. Собственно, у нас здесь уже, по идее, будут смешанные войска, воздух, земля, по идее, да. Давайте мы также фиганем, сколько у нас денег? 8500, фига. Давайте мы опять на яки сделаем ставку, что яки будут отвлекать. Два аэропорта, в принципе, вполне себе хорошо. Так, Катюши у нас работают по... Ставим их в дальние концы. Вот так вот. Катюши у нас работают по наземным техникам. Они очень-очень хорошо как бы работают, поэтому без них никуда. Далее мы проставляем противовоздушки. Мы ставим их, стараемся максимально далеко, чтобы их артиллерия не сносила, но если здесь вообще будет артиллерия. Так, примерно вот так вот. Ну, примерно ровно, я не буду уж прям совсем ровно выставлять, для такого страдать. Так, несколько грузовиков нам надо проставить. Раз, два, три.
пор, артиллерия. Ну, давайте выставим-ка немножко артиллерии. Если вдруг здесь будет что-то неладное. Ну и на 150 мы можем еще одну противовоздушечку поставить. Давайте мы ее влепим вот сюда. Ну, погнали. Посмотрим, что из этого получится. Что у нас здесь? Так, Soviet AA can detect and destroy German Goliaths. Советские противовоздушки могут обнаружить и уничтожить немецкие Голиафы. А что это такое? Так, горная местность. Смотрим. Смотрим, самолета здесь абсолютно нету. Противовоздушки здесь есть, кстати говоря. Мы здесь можем спокойно Ага, вот они. Нифига, плотненько все. Здесь очень много наземных сил. Здесь много наземных сил. И противовоздушки есть. Если противовоздушек не было, можно было... На самом деле здесь, да, здесь можно взять бомбардировщиков. Вот здесь яки абсолютно бесполезны. Давайте мы сразу дадимся, потому что яки здесь не нужны. Противовоздушка... Ил-2. Хорошо. Ил-2 стоят так же, поэтому мы смело их заменяем. Вот так вот. И сразу в бой. Ага. Так, хорошо. Бомбардировщики у нас должны сейчас неплохо... Как это я люблю говорить? Прорядить их ряды. Так, пошли, пошли. Бомбардировщики проходят, проходят через плотный огонь. Проходят через плотный огонь. Первая бомба пошла. Бам! Неплохо, красавец. Ты достоин медали, чувак. Я надеюсь, получишь ее посмертно. Хотя сказать, не посмертно. Ну ладно. То есть на... заходит еще двое. Есть, там будет просто... Так, Катюши, Катюши и артиллерия работает. Блин, артиллерия, кстати, мы неплохо с вами поставили. Смотрите, как они работают неплохо. Так, новые бомбардировщики пошли. Я так понимаю, аэропорты постоянно... Аэропорта. Постоянно генерят у нас самолеты. Раз некоторое время самолеты выходят. Это как эти маленькие вот эти вот бомбочки у немцев. Они постоянно катятся там раз там сколько-то секунд. Так же самолеты. Раз сколько-то секунд они вылетают и бомбят. Ну да, они не выживают абсолютно никак. По танкам мы неплохо их так это просадили. А что у нас Катюши? Где у нас Катюши? Я не понял. Катюши здесь катаются, но я их плотного огня абсолютно не вижу. Да, а, кстати, у нас же здесь много... противовоздушек много, нафига нам? Подожди, стой. Зачем нам противовоздушка-то, алло? У нас здесь огромное количество противовоздушек. Нам же здесь нужны... Нам здесь нужен артиллерийский огонь. Так. Артиллерийский огонь, причем по вот этой стороне очень активно. Причем мы можем себе позволить... Поставить даже две. Одну. Две. Вот так вот. И на соточку мы что еще можем впендюрить? На соточку мы можем впендюрить мины, но мины нафиг. 150. Ладно, ничего не можем впендюрить, поэтому погнали так. Все. Вот сейчас должно быть хорошо. Я что-то забыл, что я противовоздушки поставил, и как бы сижу, смотрю такой, а нафига они здесь нужны? Все, артиллерия работает, ну смотрите, просадка пошла, минус танк. Просадили по гусеницам, восстановили их. Так, бомбардировка тоже пошла, хорошо, успешно. Успешная вылазка, еще два бомбардировщика заходят. Первая отлетела себе огонь. Бам-бам-бам. Так, Катюша подъезжает, Катюша, Катюша, работайте. Катюша, Катюша, отлично, пошли, пошли, бам-бам-бам. Посмотрите, просто танки сгорают в лесах, там просто прогорают нереально. И еще одна Катюша издалека пошла просаживать. Их просто заливает огнем. Это без шансов, ребят, это победа. Реально, вся эта техника без шансов. Артиллерия шмаляет, они перезарядились. Наручники прицелились, и нормально, три танка одним выстрелом. Вот это хорошо. Так, давай, вот это поэтому, давай, опа. Ну, не долело. Дружище, целься лучше, ну. Ну, там вот там еще взорвали, вот этого надо. Ну, почти. Рядом. Еще. Ну, блин, перелет. Недолет. Попал. Ранил. Отлично. Так, бомбардировка там идет у нас полным ходом. Хорошо, но бомбардировка меня не интересует, потому что аэропорт сейчас никто захватить не может. Минус. И... Постоянно с генерацией бомбардировщиков, то это прям очень хорошо. Так, минус одна артиллерия. Ну тебе конец, чувак, где Катюша сейчас работает? Катюша беспощадна, она просто заливает тебя огнем, и ты ничего не можешь делать. Смотри, бам! Ну, алло!
ребят, не только что ему там угрожало, а он не хочет нападать. Давай, 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 давай. И... Ну, как же так? Огонь. Бам. Ха-ха, побег. О, тут противовоздушки еще эти самоходные, что ли? Угу. Я понял, бам. Минус 2 одним выстрелом. Красавчики. Ну, давай, Катюша. Все. Все, конец. Там только инвалиды идут. А здесь у нас осталось всего лишь парочка противовоздушек. Да, всего 2 противовоздушки. Изи как-то. Изи как-то. Прицелились, посмотрели, оценили ситуацию и порвали. Просто порвали на раз-два. Причем практически сухую. Ну, там немножко нам, да, артиллерию посносили. Катюша прогорела. Ну, как бы и ничего страшного. Катюша у нас все сгорела, что ли? Артиллерия у нас сейчас работает. Да все. Кто там еще-то? Алло. Та-дам! Victory! Победа! Хорошо. По потерям у нас что, советские один, так, одна артиллерия всего сбита, вы представляете? Две «Катюши» убито из трех. И 11 штурмовиков сбито. Ну, мы вообще с минимальными потерями прошли. А почему у них так, подожди, а почему три убито, три антитанка и три артиллерии? Я не понял. А, во, ниже надо было промотать. Все. Стуги, КФЗ, флаки, все, всех снесли, короче. Окей, погнали, давайте, 4-й уровень. Так, хорошо, там было без воздушных сил, но на самом деле тут можно сделать вот так вот. Сейчас, чтобы нет, не ждать долго, не гадать. Так, смотрим, быстро, у нас один танк. Танки. И много артиллерии, да? Немного мин. Много артиллерии, много мин. Противовоздушки здесь тоже есть. Ну, собственно, здесь у нас самолетов у нас противостояния нету, поэтому мы ставим 2 ила. Вот так вот. Ну. Само собой, мы ставим «Катюши». Без «Катюш» вообще никуда. «Катюши» только в путь. Выставляем их по той же тактике. Теперь у нас идут здесь постоянно маленькие бомбочки. Их надо на что-то отвлекать. На что их отвлекать? Артиллерия, ландмайн, антитанк, фаертанк. Блин, я вот на самом деле не знаю, чем их контрить-то. Антитанк, фаертанк. Здесь хэви... Да, здесь, смотрите, в некоторых режимах нельзя использовать некоторые типы войск, сразу почему. Ну, давайте мы выставим артиллерию. Денег у нас, кстати, очень мало. А чем мы будем мины доконтрить? Ладно, давайте посмотрим, что из этого получится. Сейчас посмотрим, насколько у нас перевес сил будет. Но мины нас, короче, тут немножко это поднапрягут, потому что там целых 5 бункеров с минами. Раз, два, три, четыре, пять. И они постоянно их гнирят. Ух ты, какой плотный огонь-то. Вы посмотрите, сколько здесь противовоздушки. Сбрасывай, отлично, пошла первая бомба. Бам. Обход, вы смотрите, какие маневры они совершают. Они просто нереальные маневры совершали, чтобы обойти огонь врагов. Минус одна «Катюша». Артиллерия безбожно просаживает. Причем они даже, они до аэропортов добивают. Нифига себе, минус один аэропорт. По второму сейчас начинают шмалять. Блин, куча мин. Все, мы от наземной техники отделались. А теперь только мины остались. Смотрите, как таракашки ползли. Эти жуки, твари, ползут. И все, на самом деле, мы здесь проиграли. У нас нечем контрить мины. Как там эти мины называются? Если бы мы могли как-то очень быстро уничтожить эти ангары, это было бы хорошо, но мы...
Хотя у нас артиллерия там просаживает, посмотрите, неплохо. Артиллерия просаживает по ангарам. Точечно, минус 3. Давай. Блин, недолет. Вы посмотрите, а? Есть. Ну-ка, у нас еще есть шанс. Вы посмотрите, какая точная перестрелка идет. Да все, там уже все сбили. По вот этой артиллерии. Давай, огонь, нет. Бам, есть. Еще одна. По-моему, одна артиллерия осталась, а? Победа, нифига себе. Ну, если честно, я вот не люблю такое, потому что я не понимаю, за счет чего мы вытащили. Я не уследил, во что вошли все вот эти вот маленькие... А, гляфы. Причем 4 взорвались, а 14 нейтрализованы. А чем они нейтрализованы? Вот, блин, я не люблю такое, потому что я не могу оценить. Реально, вот как бы фиг знает, на чем мы выехали. Давайте мы посмотрим с вами 5 уровень. Как обычно, ставим танк. Мы будем так разведку проводить. Мы типа высаживаем один танк, он нам собирает разведданные. Ух ты, так, бункера и аэропорт, тяжелая артиллерия и противовоздушка, я так понимаю, да? Что ты не пробежаешь, что ли, количество? Подожди ты, я же даже не успел рассмотреть. Противовоздушка, тяжелая артиллерия, один аэропорт и бункера, да. Лендмайн это дофига. Так, артиллерия, антитанк, флаки, бункеры 4, аэропорт 1. Это бомбардировщик у нас, да? Ну, хорошо, от бомбардировщиков мы, типа, будем отстреливаться... машин... Блин, ну... Ой, с этой стороны у нас противовоздушка. Давайте мы выставим... Денег у нас вроде нормально. Мы выставляем теперь немножко по-другому. Здесь, отсюда у нас идут на противовоздушке бомбардировщики. Они начинают их забрасывать, потом пойдем на другие цели. Так. Кто у нас там ехал кто-то? Нет, по-моему, никто не ехал, да? Самолет только. Противовоздушка идет по центру. Мы защищаем наш аэропорт. Вот так вот. Здесь еще. Хорошо. Вот так вот. Защитили аэропорт. Ну и здесь еще, да. Что нам теперь надо? Теперь нам надо шквальный огонь артиллерии. И, кстати говоря, Катюша. Поддержка Катюш нам нужна с этой стороны. А все остальное мы выставляем артиллерию. О-о-о, спокойно, спокойно. Артиллерия, хорошо. Артиллерия у нас будет шмалять отсюда. Музычка нас даже подбадривает. Говорит, давай, зажигай. Сейчас мы зашел. Вперед. Смотрим, что получится из этой тактики. Так. Кто-то там уже взорвался сразу. Ну что ж такое-то? Так, бомбардировщики пошли. Самолеты у нас пошли сразу на противовоздушку. А, нет, ну смотрите-ка, они идут. А, нормально. Обстрел. Так, давай. Бомбардировщики, вперед. Сбрасываем бомбу. Один прошел. Один неплохо сбросил. Хорошо. Так. Катюша работает. Артиллерия работает. Минус артиллерия у них. Минус Б. Два артиллерии. Одна артиллерия осталась. Единственная угроза. Ну давайте, пожалуйста, вот эту одну орду подстрелите кто-нибудь. Ребят. Одна арта, по которой надо сработать, хорошенько попасть, и все будет хорошо. Нас тогда никто вообще обстреливать не будет. Ну. Минус аэропорт. Все. Изи-катка. Бум, минус бункер. Отлично, бомбардировщик сработал. Вот эту артиллерию пристыли. Вот. Кому медаль выдать? Кто там по центру стоит? Артиллеристы. Короче, всем артиллеристам по медали. По бункерам они работают, но дамага мало. И, короче, на бункеры, видимо, нужны только бомбардировщики. Все, у врага осталось 3 бункера. Абсолютно без шансов. Артиллерия, смотрите, видите, не просаживает по ним вообще никак. То есть она попадает, и дамага... Давайте-ка на это нажмем. Вот. А арта по ним всаживает абсолютно хило. Смотрите, вот летит несколько патронов, да, на ХП смотрим. Вообще не пробивает.
То есть против бункеров у нас чисто бомбардировка. Смотри, сейчас вам во, и почти сдох. Все, нету его. Окей, это запоминаем, это нам пригодится. Эти познания всегда очень хороши, чтобы понимать. Придурки, они врезались друг в друга. Мало того, что один скосил и мимо стрельнул, запустил бомбу, так он еще и врезался своего друганю, который причем попал, который мог бы сейчас уйти нормально на посадку, заправиться и пойти победный выстрел сделать. Фу, ладно, давайте на этом закончим. Мы неплохо так прошлись, да, прям вообще катком проехались. 5 уровней, ну, 4 уровня, первый у нас был пройден, 4 уровня мы прошли. Надо дойти до пост-левела и посмотреть, что же это будет за босс. Мне писали предположение, что это будет как раз секретные технологии. Но кто знает этих разработчиков? Может быть, они здесь ставят какой-нибудь супер-танк вообще огромный на полкарты, который надо будет всеми силами валить. Это как этот, в Total Accurate Battle Simulator, этот Chicken Man-то здоровый, который какает другими Chicken Man-ами, которые такают маленькими курицами. Ладненько, на этом все. С вами был Рос на канале Нидкор Шоу. Игра Total Tank Simulator. Проходим кампанию за советские войска. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!